Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про підготовку християн до Різдвяного посту. У нас в гостях священник Максим Злобін. Священник Максим Злобін, протоієрей Української православної церкви. Навчався у Почаївській духовній семінарії. Закінчив Київську духовну академію. Голова єпархіального відділу соціального служіння та благодійності Дніпропетровської єпархії УПЦ. Займається місіонерською роботою у соціальних мережах. Настоятель Свято-Покровського храму у Дніпрі. Хобі – спів, музика, історія. Отець Максим, я радий вітати вас у нашій студії. Ну, власне, я пропоную почати нашу розмову з такого питання, яке стосується сенсу посту взагалі для православних, для християн. У чому він є? Ну, пост, конечно, это божественное установление. Это не то, что придумал кто-то из церковных иерархов. Об этом мы узнаем на первых страницах Святой книги Библии. Поэтому для нас пост – это время, когда мы отрешаемся в меру своего телесного и душевного понимания от страстей, от всякой скверны, и входим в область того, чтобы осознанно относиться к себе, к своим минусам и все-таки больше внимания уделить молитвенному общению с Богом. Поэтому смысл поста для православного христианина – это через отрешение от внешнего мира, которым часто мы заняты, все-таки заглянуть в мир своей души, заглянуть в мир духовный и приблизиться к Богу. Ну, у каждого это получается по мере его сил. Тобто, з ваших слів так випливає, що у інші дні, які не є постними, власне, цього робити не потрібно, чи як? Чи от поясніться? Ми завжди входимо в область духовного созерцання. Є таке поняття, як утренні, вечірні молитви, церковне богослужіння. Но іменно накануне особо важливих днів в житті церкви, в нашем православном календаре, накануне великих праздников, которые послужили делу спасения рода человеческого, делу пришествия в мир Спасителя этого мира, Господа нашего Иисуса Христа, Церковь постановила особые периоды вот духовной сосредоточенности, которые мы называем постами, постным временем. Поэтому в эти дни особо больше усилий, больше таких вот молитв читаем, глубже изучаем Священное Писание, больше делаем добрых дел. От ви сказали таку фразу, що, в принципі, пост, як такий, це не є тим, що, скажімо, заповідали нам ієрархи церкви, отці церкви, як говорять, да, це те, про що говориться в Біблії, безпосередньо у Священному Писанні. От як це описується у Священному Писанні і, власне, ким були перші такі подвижники, перші, як то кажуть, постники, ким вони були? В Священном Писании мы это находим в книге «Бытие», когда Бог в райском саду запретил вкушать плоды из древа познания добра и зла. Затем уже буквально находим... первое слово да, Библии. Да, да, вот именно так. Потом уже ветхозаветные праведники, которые соблюдали пост, те люди, которые постились для Господа и постились, когда народ Божий отпадал от чистоты божественного учения, начинал поклоняться каким-то выдуманным истуканам, тогда люди по повелению Бога, которое было изречено через тех или иных святых мужей, пророков и так далее, накладывал не только, кстати, на себя пост, но даже на животный мир, полностью все животные вместе с человеком, да, домашние животные, которые на тот момент были, они тоже соблюдали пост. И это был процесс, как будто бы, знаете, вот показательный того, что я каюсь в своих грехах. Мы народ Божий, мы каемся, мы приступили к твою заповедь и хотим исправиться. Это что касается Ветхого Завета. В Новом Завете практически уже с первых веков христианства, после того, как в мир иной ушли святые апостолы, были мужи апостольские, и в этот период появляются первые подвижники. Это преподобный Антоний Великий, Павел Фивейский, это преподобная Мария Египетская, другие
другие известные святые подвижники, о которых мы можем читать в отечниках, в таких специальных книгах, которые повествуют о житиях этих первых святых христианской церкви, мы там находим тоже подтверждение того, что самым главным делом этих подвижников была непрестанная молитва, внутреннее созерцание, покаяние и непрестанный труд, в частности, плетение корзин на Востоке. Поэтому для нас образец и правило, конечно, здесь, кроме Священного Писания, еще и подвижники первых веков христианства. А от я вірно зрозумів те, що ви сказали, що, в принципі, різниця між тим, що було у Старому Завіті та у Новому Заповіті, і перші роки, перші століття християнства, власне, після того, як розп'яли і воскрес Христос, що, в принципі, у Старому Завіті пост це більше стосувалось їжі, у християн вже після того, як був Новий Завіт, власне, це стосувалося більше якогось духовних переживань, духовного російською мовою совершенства. Самовдосконалення. Самовдосконалення. Да, ви знаєте, дійсно так. С Новым Заветом, с пришествием мир Христа, Господь главный акцент ставит не только на телесном постном подвиге, но и на духовном. То есть, если ты постишься, не будь как фарисей, постись правильно, то есть пребывай в веселости духа, пребывай в добром настроении, не строй из себя какого-то ярого подвижника или ярого постника. Поэтому все это мы стараемся соблюдать, это все нам передано святыми отцами. Кто может вместить высокую меру поста, тот вместил. Кто-то постился вообще, пребывая в полном отрешении. Мы вспоминаем наших киево-печерских святых, которые жили в затворе, до сих пор существуют в Киеве, в Лавре эти пещеры, где несколько раз в неделю им приносился стакан воды и богослужебная просфора. Вот это все было для них. Это была их пища, их питье. Мы постимся по-другому, но однако же Христос действительно раскрыл смысл всей христианской жизни в будущем. Он основан на принципе любви. Возлюбить Господа Бога всем сердцем, возлюбить ближнего своего, как самого себя. Ну и здесь я от себя добавлю, и правильно любить себя. Правильно это как? Не эгоистично. Любить Бога, любить ближнего, и вот в этом всем, найдя свое место, любить себя. Поэтому пост, он на самом деле и помогает почувствовать эту любовь Бога, ответить на любовь Бога благодарностью, принять опыт 2000-летних святых подвижников, которые постились, постятся и будут поститься, добровольных постников, и самому причислиться к этому подвигу. Поэтому да, только духовный пост может быть в сочетании с телесным благословенным Богом. Если это телесный пост, дорогие друзья, мы говорим о диете, мы говорим о голодовке, мы говорим о похудании, но никак не о постном подвиге. Так, отець Максим, власне, тоді давайте про це дещо більш докладно. От у чому тоді різниця у пості саме між ранніми християнами і постом, який є зараз? І чи є вона? От, будь ласка, про разница це. Есть, может быть, она не так яро видна современным христианам. Однако, если заглянуть в историю церкви, мы понимаем, что канон постного подвига, он складывался на протяжении веков. Где-то церковь усиливала посты, добавляла к этим постным периодам дни, где-то она их уменьшала, но на протяжении веков, в средние века уже сложился канон поста, который мы находим в богослужебных указаниях в типиконе. Эти законы, они прописаны, соответственно, каждому посту, в том числе и рождественскому посту. Если мы говорим о рождественском времени, этот пост является одним из самых длинных, не считая Великого поста. Он именуется в церкви Малой Четыридесятницы, потому что готовит нас к самому великому празднику Рождества Христова. Поэтому эти каноны, они прописывались с годами, с течением времени. Ну и вот такой вот парадокс и не парадокс одновременно, ведь образец поста — это подвижники, постники, это отшельники. Но церковь в те века, в средние века настолько была сильна, настолько жизнь народная во всех странах, да, где присутствовало христианство, она настолько была пропитана жизнью церкви, что мирские люди взяли за основу
постного подвига именно подвиг монашеский. Вот это, кстати, то, что до сих пор является для многих новоначальных христиан камнем преткновения, когда они открывают православный календарь и читают о том, что у нас есть пост с сухоедением, то у них просто отнимается дар речи, они говорят, как можно поститься в современных условиях с сухоедением, то есть пища не сваренная, пища без приготовления с подсолнечным маслом, да? Здесь мы их успокаиваем, говорим, подождите, братья и сестры, это нормы древних христиан. Есть золотое правило, к которому каждый из нас должен стремиться, однако мы все очень разные. Поэтому здесь мы, может быть, я опережу какой-то из ваших вопросов, но все-таки скажу, что нормой поста каждый человек, каждый христианин обязательно должен обсуждать со своим духовным наставником, чтобы не было лени, не было самооправдания и второго перекоса, не было у нас того состояния, когда мы вследствие строгости поста падаем без сил и не можем даже прочитать от сердца молитву «Отче наш». Поэтому все это церковью регламентируется, но однако же есть живые люди, и каждый священнослужитель на своем приходе, он эти моменты должен учитывать, и христианин в том числе. Отець Максим, ви сказали про канон того посту, який є зараз. От, ну, зрозуміло, що православні є по всьому світу, але, ну, так, більша частина їх на наших землях, скажімо, багато на Балканах, дуже багато у Греції. От цей канон, про який ви сказали, він є єдиним для всієї православної Вселенської церкви? Чи є все-таки якісь різниці між окремими територіями, народами? Різниця є між славянськими і грецькими православними церквами. Разница в строгости, разница в исполнении постного подвига. Такая же разница есть и в молитве. Например, если Святая гора Афон, мы берем греческий полуостров, то там монахи в основном молятся ночью. Что они делают днем? Днем они кушают и спят, потому что знойное солнце, им не до работы, им не до службы. Когда солнышко начинает клониться к закату, монахи уже просыпаются, идут, работают, трудятся, и ночь напролет они молятся. Если мы с вами будем ночью молиться, а днем спать, то мир у нас в нашей стране, в нашей Украине остановится. Точно так же касается это и постного подвига. Есть где более строгие посты, есть где менее строгие посты. Мы не отменяем, к сожалению, к большому сожалению, во многих поместных церквах есть партии, которые все-таки хотят какой-то реформации, отмены того или иного поста. Но в принципе для того, чтобы отменить какой-то пост, нужно согласие всех поместных православных церквей. Этого согласия достигнуть сейчас православной церкви, как бы они ни хотели, они не смогут. Поэтому сейчас мы придерживаемся норм типикона, может быть, не таких норм, как это было в древности, но все-таки золотым правилом полагаем типикон. Вот. А поместные православные церкви где-то ближе к типикону, где-то дальше. Поэтому на это мы внимания особого, я думаю, не должны обращать, а больше обращать. Ну, это питание традиций, напевно, да, каждого народу, каждой этой церкви. Складывается традиция, так. Поэтому, ну, простите, если есть традиция в какой-то семье, например, в рождественский пост не есть только мясо, все остальное кушать. Ну что, мы будем нарушать эту традицию, мы будем ругать этих людей. Мы должны указать, что есть золотое правило, есть типикон, древность, освященный обычай древностью. Пожалуйста, придерживайтесь, старайтесь. А там уже каждая семья решает сама. А пост от взагалі, от ви сказали, хтось відмовляється тільки від м'яса, є там позиції ранніх християн, да, де є таке, як ви сказали, сухоїдіння, тобто дуже такий суворий пост. От взагалі, от для сьогодні, для людей простих, не тільки для священиків, тим більше для монахів, для простих людей, ті, хто більш близький до церкви, більш дальні, хто ходить, скажімо, тільки на Пасху до церкви, там, чи на якісь великі свята, от пост все-таки для людини, яка розуміє себе і відчуває себе як християнин, це є обов'язок чи це є питання бажання? Ви знаєте, ми коли приймаємо віру, а приймаємо її в день Святого Крещення, то ми все-таки говоримо, що отрікаюся від тебе, сатана, і обіцяю служити тебе, Христе. Якщо ми входимо в сообщество вірних, тобто крещених православних християн, то значит мы принимаем все то, что находится в церкви, все то, что освящено многовековым опытом монахов, подвижников, мирян, высших чинов иерархии, и должны этого придерживаться. Но здесь очень опасно соблюдение
только чисто юридическое, потому что сами посты, молитвы, само крещение само по себе не спасает человека, спасает ответ на божественную любовь. Христос дал нам церковь как корабль спасения. Мы садимся в этот корабль, если мы плывем в этом корабле, значит, мы можем достигнуть пристани, тихой гавани, Царства Небесного, там, где Христос, Матерь Божия, все святые. Но доплывем ли мы в этой лодке до Царства Небесного, зависит только от нас. Она будет следовать к своему прямому назначению из пункта А в пункт Б. А сможем ли мы удержаться в этой лодке, зависит от каждого из нас. Поэтому больше пусть христиане, я думаю, смотрят на внутреннее, на то, как, вот, как бы мне достигнуть того соответствия, к которому меня призывает Христос. Вот когда будет это желание жить в любви Божией, когда будет желание послужить Богу так, как Он когда-то послужил нам в связке о Рождестве Христовом, тогда, я думаю, вопросы о том, ой, как соблюдать, не соблюдать, а тяжело, не тяжело, они отпадут. Человек будет сам хотеть соблюдать пост. Он будет понимать, для чего он его соблюдает. А уже основные какие-то скрупулезности, какие-то моменты уже опять-таки можно решить с духовним наставником. Вот, до речі, стосовно духовного наставника. От людина, християнин, яка все ж таки вирішила дотримуватись посту, але, скажімо, не знає, як у нього правильно війти, як у нього з нього правильно вийти. Ну, зрозуміло, багато звертаються до дієтологів, я скажу про пресу, зазвичай, коли у нас пости, до прес-центрів, на інтерв'ю запрошують з одного боку священників, з іншого боку дієтологів. І це правильно. І це правильно, напевне. Але, отець Максим, от християнину саме, як визначити, що саме робити, як дотримуватись посту і в їжі, і не тільки в їжі? Це питання до духовного наставника, чи як от це зрозуміти? Так, безусловно. Безусловно, в першу чергу, нужно подойти к священнику и сказать ему о том, что ну, никогда не постился правильно, да, как того требует церковь, хочу поститься, не знаю как. И священник на основании типикона, правил и многовековой практики, он может дать какой-то совет. Но мы живем на стыке эпох, переломное время, переломное для всех сфер жизни человека, и для сферы политики, и геополитики, в том числе и духовности. Сейчас очень большой запрос в плане духовного вакуума. Люди имеют большой ресурс доступа к информации, но эту информацию они не воспринимают. Реклама, двигатель торговли, все, что с этим связано, промелькает сквозь наш ум, перед нашими глазами так, что мы просто не успеваем уже потреблять эту информацию. Поэтому кроме того, что есть огромное количество православных сайтов, епархиальных, есть страницы священнослужителей в Фейсбуке, в Инстаграме, в других социальных сетях, мы можем там найти какой-то ответ, посоветоваться. Но все-таки, мне кажется, живое общение никогда не может замениться общением виртуальным. Даже если мы говорим сейчас о периоде пандемии, о периоде, когда мы невольно должны друг от друга отстраняться, да, но все-таки лучше корректировать эти вопросы вживую с настоящим человеком, который, услышав твой путь, твою жизнь, сможет с тобой обговорить такие вопросы, которые ты в интернете, в переписке ты не сможешь решить. Поэтому приходите к священникам, говорите чисто, от чистого сердца, говорите на чистоту, вот хотел бы, ну как, батюшка, глядя на вас, задавая вам вопросы, поймет, может, действительно стоит сначала отказаться от мяса, а другому человеку скажет, слушай, да ты духовно, душевно сильный человек, давай теперь будешь и духовно сильным, откажись не только от мяса, откажись от всех продуктов животного происхождения, да, посмотрим, да, недельку попастись, придешь ко мне, посмотрим, как мы с тобой. И вот так постепенно-постепенно человек войдет в эту стихию поста. Я скажу о себе. Я начинал поститься в конце школьных лет и отказался только лишь от мяса. На тот момент мне казалось, что я великий постник. Как это я не ем мясо? Когда идет новогодние праздники, события, торжества, все вокруг едят, а я не ем мясо, что же мне делать? И вот потихонечку, следующий пост уже я отказался еще от чего-то, еще от чего-то. І от таким от образом спокійно вхожу в цей пост, як і в будь-який другий. Отець Максим, а давайте уявимо таку ситуацію, що людина
людина, яка близька до церкви, але, скажімо, ходить не до одного якогось храму, а взагалі там то до різних храмів з різними, з різними батюшками спілкується, в тому числі, скажімо, приходить до одного, говорить, що от я хочу поститись. Він йому щось говорить. Приходить до іншого, інший батюшка говорить йому дещо інше. У такій ситуації, от як бути? Такой ситуации я всегда, это, кстати, тоже очень актуальный вопрос, потому что многие люди ходят по храмам, считают, что в любой храм можно прийти, и это правильно. Но духовное кормление лучше совершать с одним священником, который будет знать всю твою духовно-душевную жизнь. Поэтому, когда ко мне приходят, задают вопросы, я отвечаю на них, и человек начинает говорить, а вот батюшка из такого-то храма, или там блогер-проповедник такой-то епархии, там Каменской или любой другой епархии, сказал вот так. Тогда я задаю вопрос, а зачем вы ко мне пришли? Что вы хотите услышать от меня? Подтверждение слов блогера, какого-то интернет-проповедника, или вы хотите услышать мое живое слово? Ну и дальше мы, общаясь так, я уже понимаю, человек ищет конкретики, ответа, или просто еще вот не нашел того нужного ответа, который бы хотел найти. Поэтому, в принципе, я всегда акцентирую внимание на том, что мы любим все храмы. Да, у нас сегодня память святителя Иоанна Златоустова, завтра там другого святого. И мы можем ездить по городу, по нашей епархии, посещать эти храмы в дни престольных праздников. Однако духовное руководство с конкретным священником. Вот тогда будет успех. Отець Максим, не так багато часу у нас лишається. От безпосередньо, якщо говорити про Різдвяний піст, про ті 40 днів, які от будуть вже незабаром, які його саме особливості, саме Різдвяного посту? Особливості Рождественського поста в тому, що це підготовка к празднику Рождества Христова, это соблюдение поста без вкушения рыбы в понедельник, в среду и пятницу. В другие дни мы можем вкушать рыбу. И начиная со 2 января до, в принципе, Рождества Христова уже наступают строгие дни, когда и рыбу мы не вкушаем. Тут, кстати, вот такая ответочка тем, кто за Новый год все время переживает. Вот как же ж нам отмечать Новый год? Рыба можно. Если выпадает это не в среду, не в пятницу, пожалуйста, приготовьте рыбный стол. Пусть ваш Новый год, встреча Нового года будет адекватной, без объедения, без пьянства, без каких-то скверн. Пожалуйста, встретьте этот Новый год, прославьте Бога, поблагодарите его, правильно? Чего в этом плохого? Поэтому и 6 января у нас рождественский сочельник, когда по древней старой традиции мы до первой звезды, до появления первой звезды не вкушаем пищу. Стол в этот вечер тоже у нас постный. Вспоминаем про 12 блюд, про 12 таких праздничных страв, которые готовят у нас издавна. Вот. И начинаем калядовать, прославлять пением новорожденного Богомладенца Христа. Поэтому пост этот пройдет очень быстро, учитывая то, что очень много праздников. И святителя Николая, и апостола Андрея Первозванного, и видение во храм Пресвятой Богородицы, и праздник Иоанна Кронштадтского, и Ильи Муромца нашего Киево-Печерского святого. Поэтому праздников очень много. Если человек будет в духовной связке, будет читать о Рождестве, будет познавать, будет готовиться к встрече Рождества Христова, и что самое главное, прийдет в храм хотя бы раз на покаяние к таинству исповеди и причастия, то этот рождественский пост для него не пройдет даром. Я в этом уверен. Отець Максим, я думаю, перед Різдвом ми ще з вами зустрінемося у цій студії, так, поговоримо. Але тим не менше, якщо ви згадали, в принципі, я задавав вам раніше це питання, але, можливо, хто нас перший раз почує, побачить. От стосовно саме різдвяних свят, те, що ви сказали, колядки, 12 страв, це все-таки більш народні традиції. От як вони поєднуються, так би мовити, з чистою духовністю, тобто з церквою? Все то, що мене не віддаляє від Бога, может быть соединено с церковным житием, с церковной жизнью. Те же самые колядки повествуют о Рождестве. 12 праздников — это как 12 апостолов и так далее и тому подобное. Поэтому если мы осознанно принимаем наши народные праздники, мы их можем влить в праздники церковные. Точно так же, как 7 января. Начало года — это были праздники в древности поклонения языческого культа Солнца. Смотрите, церковь, когда в IV веке вступила в свои неограниченные права Византийской империи, она очень мудро сделала. Она этот праздник
приняла в христианство, и взамен прославления творения Божьего, солнца, люди прославлять стали солнце правды, Христа Бога нашего. Поэтому тоже осознанно вникнуть, понять, зачем, почему. Почему звезду носим, почему колядки поем, почему 12 страв, почему кутю или там сочиво мы носим. Ага, это поэтому, это по этой причине. Все, принимаю, не принимаю, дело каждого, и все. Так, отець Максим, ви також згадали стосовно новорічних свят, які передують безпосередньо Різдво за юліанським календарем, за православним календарем. От, ну, скажімо, є у нашій традиції також таке свято, як Старий Новий рік. От з вашої точки зору, от тим, хто, в принципі, є християнином, православним християнином, який намагається у всякому випадку дотримуватись тих традицій, про які в тому числі ви кажете, от чи не є більш логічним, скажімо, святкувати більше не Новий рік, все-таки у нас люблять люди так широко іноді погуляти, а саме Старий Новий рік – це з 13 на 14 число. От ваша можна, думка з цього можна. Приводу? Можна, я з великим удовольствием праздную Рождество Христове, а потім Старий Новий год. І ця традиція в багатьох сім'ях, вона є дуже розпространеною, тому, ну, є і такі, які празднують і 1 января, и 14 января старый Новый год. Поэтому, если брать вопрос поста, если уже сложно удержаться, то, конечно, тогда, может быть, стоит с 31 декабря на 1 соблюдать пост во всей его строгости, а праздновать уже 14 января. Я знаю массу таких семей, которые не празднуют Новый год в те дни, в которые все в основном празднуют, а празднуют его 14 января. Ничего плохого в этом не вижу. Главное, чтобы был мир, тишина, взаимопонимание, любовь друг у друга к людям и все. Вот это самое главное. Отець Максим, буквально хвилина у нас лишається, але не можна не спитати, от з вашої практики просто. Якщо людина все ж таки дуже хоче так широко відсвяткувати саме Новий рік з 31 грудня на 1 січня, вона може прийти до батюшки сказати: «Батюшка, от хочу, от нічого зробити не можу», да? І отримати благословення, чи таке неможливо? Ну, ми ж на гріх не можемо чоловіка благословити. Ми можемо просто констатувати факт того, що чоловік духовно слаб, він ще не може утриматися. Ми з таким чоловіком посетуємо, обсудим какие-то пути наименьшего, да, преступления, заповеди, поста, вот, и все-таки вместе помолимся над тем, чтобы духовное превалировало над душевным и телесным, потому что все-таки поститься, не поститься – это дело духа, и если человек еще задает такие вопросы, значит, дух еще находится не в том состоянии, чтобы главенствовать над плотью. Поэтому буквально кілька секунд лишається. Якщо людина взяла благословення на пост, але порушила його, це тяжкий гріх чи не дуже? Гріх преступления поста, который может человек исповедовать, покаяться и попросить у Бога помощи, чтобы в дальнейшем все-таки не нарушать. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися зі священником Максимом Злобіним. На все добре. Thank you.